Доброго времени суток, уважаемые друзья, подписчики моего канала. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, хурмету достар. Ну вот, продолжение крайнего видео. Птенцы вылетели. Два птенца. Агат красный мозаик. Ну что показал? Это птенцы своего отца, как бы, да, не другого самца. Самец очень хороший. Самец очень хороший, с опытом. Хочу свет включить просто. Вот. Самочка на втором гнезде. Вот самец ее кормит. Ее он кормит прекрасно, но птенцов и не обижает, и игнорирует. Не кормит. В общем, сегодня им 24 дня уже. Как бы вот потихоньку начинают. Но вы слышите, что они выпрашивают корм, голодные чуть. Поэтому опыт и отрицательный опыт — это тоже опыт. То есть уже будем знать, что во всяком случае с этим самцом это не прокатывает. Но я думаю, это самец очень хороший. Поэтому вот он на ближнем плане. Если вот самец, птенчик просит у него, он воспринимает как, ну, не обижает. Главное, что не обижает. Самочка иногда слетает с кладки и подкармливает. Думаю, сейчас буду вечером пробовать ловить, но их докармливать сейчас очень тяжело. Они уже взрослые, летают уже, пугаются, поэтому практически невозможно. Будем надеяться, что сами начнут уже вот внизу птенчик. По-моему, два самчишки, глядя, судя по маскам. В общем, вот такая история. Хотел вам доложиться, друзья мои. Опыт, ну как бы 24 дня должны уже выжить. Пару дней они уже начнут сами клевать. А так, в принципе, самочка периодически докармливает. Они на гнездо умудряются сесть, она их на гнезде кормит, самец кормит самочку. Хотя, еще раз повторюсь, он их папаша, он их отец, но он был сразу отсажен, он их не видел, вылупления он не видел. Хотя самец, еще раз повторюсь, отличный. Поэтому, как бы так, вот и весь опыт. Поэтому надо сажать, не обращать внимания на самочку. Надо сажать на дней на 5 позже. Это тоже опыт, который я вам передаю, рассказываю, показываю. Птенчики, еще пискуны выпрашивают, но уже летают, как бы пытаются что-то клевать. Уже хорошо. Я думаю, завтра, послезавтра уже будут самостоятельно питаться. 24 дня это уже нормально. Но все равно 5 дней, конечно, надо было повременить. Мой сатинет вот на верхней залинял. Также я боялся из-за этого самца, поэтому и раньше на 5 дней я посадил его раньше. Сатинет сидел со второй самочкой из Таджикистана. Она не готовая. Но самец залинял. У этой пары птенцы тоже подрастают. Сатинетов тоже подрастают. Уже сегодня 14 дней им уже птенцам. Так что как-то так. Всем спасибо за ваши просмотры, за ваши подписки. Всего доброго. Берегите себя. До новых встреч!